Доброе утро. Спалось прекрасно. Такие звуки природы просто. Отель супер. Что сказать? Прохладно, правда. Вот я одела и кофточку, и кенгурушку. Ну, прохладно утром, прохладно вечером. Но кайф. Идем на завтрак. Сейчас будем показывать вам завтрак. Интересно, что они придумают в этот раз на завтрак, потому что шведского стола нет. Ну, посмотрим. Давайте природу. Посмотрим, полюбуемся. Наш домик. Вот вчера сюда заехали две компании. Ну, наверное, это как семейный, который за забором. Второй и третий. Обезьяны пока не приходили. Какой-то был у нас ящер. Спал на стульчике. Я шорт сняла. Не знаю, когда выложу. Столько шортсов тоже вам выкладываю. Иногда запутываюсь, что я выкладывала, что нет. Ну, чтобы скучно не было. Вы же с нами путешествуете. Вот Наталка уже вышла. Тоже одетая. Все, водичку взяли. Идем на завтрак. Через бассейн Наташа хочет. Ладно, пойдем? Пошли через бассейн. Будем вам показывать бассейн. Джамбо! Джамбо. А цикава, ебнушка, добрый рано, добрый доктор, привет. Не знаю. Так. А что ты говоришь? Пахло этим. Вроде не горит. О, мужчина работает. Прекрасно, да? Отдыхать. И смотрите на огонь, воду и как кто-то работает. Ага, Наталька сюда идет. Ну давай. Ну, дерево с какими-то снарядами, точнее, с кокосами. Чьи, что это за такой оранжевый фрукт мы нашли? Неизвестно, но он падает так приличненько. Джамбо. Персонал, кстати, очень вежливый, они классные, они улыбаются, реально помогают, если что-то надо. Охранник нас снова довел с фонарем до номера. Хотя здесь-то чего? Здесь-то забор, рецепция, там кофеек пили. Вот она. Горы вдали. И потрясающая местность после экватора. Север Кении. Красота. Все, идем на завтрак, будем уже вам рассказывать и все показывать. Ну, кстати, рассказали нам, что шведский стол сейчас нас подведут, и мы можем убрать. Зачем нас подводить, непонятно, можем сами себе все взять. Но сказали, кофе принесут. Я говорю, давай кофе в последнюю очередь. О боже, никого не видим. Битрус, это буряк. Ну да. Не, у нас сегодня сутечка выезд, поэтому да. Оранж джус, йогуртики вкусные. Помните, мы вам показывали этот такой йогурт, который был карамель-груша. В смысле? Это завтрак? Или что-то есть яйца? Какие-то? Да, что-то завтрак, думали, вам будем показывать, а что за завтрак, непонятно. Это завтрак? Да. Что-то завтрак хиленький. Нет, конечно, лучше, чем в Индии. Можно сделать себе булочку, можно сделать себе много бутербродов с джемом, пока их не разобрали. И можно сделать себе что-то еще. Но так, слабо-слабо. По сравнению с обедом и с ужином, как раз завтрак, нужны силы, нужно наесться. Мюсли. А что это, молоко, да? Ну, варианты мюсли. Что-то как... Столько всего, что я стрелялась. Поймали мальчика, оказывается, здесь делают омлеты. Ну тогда омлет нормально. А плюс фоми омлет сри. Фоми ту. That's fine. Наташа из трех яиц делает, я из двух. Да. Завтрак по сравнению с обедом и ужином очень слабый. Повторюсь, а вон уже вижу обезьянку, где-то она играется. Они там пошли две. Вон там тоже. О, Наташа сейчас заметила птичку с демоническими глазами. Не знаю, вам видно, потому что оно как бы против солнца немного. Такие глаза. Они постоянно быстро летают. Даже дерутся иногда. Ох, такая птичка. Так, ну ладно, время взять что-то покушать. Ну и
Я не знаю. Ну, на все, что я смотрю, мне будет очень хорошо. Да, ну, что делать, погоди, это лучше, чем ничего. Да. Растворим прямо сейчас. Ладно, что-то возьмем и покушаем вам покажем. Ромашка решилась на хлопья. Да, ну, хлопья шпалием. В принципе, кстати, да, в одном из отелей, может, вам уже рассказывали, писали в отзыве, что завтрак хреновый. Да, не обманули. Может, у них все надо требовать? А у вас мясо есть? Конечно, да, вот есть. Такие, да, у вас омлет есть? Да, вон там, вот омлет где-то, вот там вот мы сидим, а где-то, наверное, совсем другой стороне. Мы бы его и не увидели, если бы не спросили. Так, это что у нас? Молоко, что ли? Посмотрим. Давай, может, спросим? Да. Ну, я не знаю, как бы, что это еще может быть. Если, ну, давай, если там что-то белого есть. Ну, может, что-то было. Ой, горяченько, это уже хорошо. Ну, все. Сейчас такую штучку покушаю. Что, и мне такое есть? Нет, чтобы тебе плохо не было, Наташа, бывает. Просто мне горячее молоко нравится. Я не знаю, почему. Да, вот еще какие-то... Это, досыпь себе, не хочешь эти? Миндаль, смотри. Я миндаль хочу, есть и... Вижу. Вот ложка. А, для этого сколько? На столе. На столе. Как, что ты хочешь? По столе ложка. Йогурт. Досыпай, да? Когда будем уже, так сказать, все хорошо, но брэдфаст что-то у вас, ребята, ну, да, не задался. Что-то совсем. Что это такое? Так, ну ладно, будем ждать омлетика, уже поставим все на стол, ну, да, покажем и расскажем. Не, ну нам непонятно, уже говорят, а вам нести сосиски, конечно, и бекон? Я говорю, а где они? Нет, вы мне скажете, я вам принесу. Кстати, омлетик уже принесли с двух яиц. Вот то, что я буду есть. Again, tell her, please, what you have. We have a bacon. Не, бекон. Бекон. We have sausage. Сосиски, да. Сосиски. А можно три? We have a sausage. Great sausage? Yes. Okay, we have a pancake. Блинчики, я не хочу. One, please. One. One, please. We have a mushroom. Грибы. We have potatoes. Картошку. И бинсы. Я бинсы взяла. Картошка. Potato. Potato. A little. No, I don't know which portion. Окей, окей. А бинс будешь? Бинс, ну, бинс. Ну, то есть нормально есть. Не, не знаю, что. Только непонятно, почему они не сказали, сказали, вот ваша еда, кушай там. Ну, это неплохо, в принципе. А for me, one pancake also, окей, thank you. Попробуем блинчики. Да. А ты без молока, да? Не, я налила немного. А, налила. О, еще это? Так не все так плохо. Да, не все так плохо, но просто как-то странно. Вон ваша еда, кушайте там. Мы такие, ладно. А у вас есть яйца? Да, да, вот там. Знаете, где яйца? Вот мы зашли, вот тут не видно яиц, да? А яйца аж вот там где-то мальчик. Вот там он где-то должен выйти и найти яйца. Короче, все надо спрашивать, но я так не люблю эти такие темы, если честно. Не, ну все, уже лучше, чем ничего. Да. Прям шикарно уже. Не, ну неплохое, кстати. Ну просто говорю, если бы мы знали, что есть сосиски, mm-hmm, это мы бы не брали бы. Наталенька бедная набрала, ну что такое не ест, сейчас этим давится. Не, нормально. Не, ну слушай, ну хорошо ты сделала. Я еще изюмки взяла, прикинь. Классно. Все, берем свои слова назад, да? Ну, но посмотрим сейчас. Я не еще люблю эти темы, когда люди пишут в отзывах. А еще можно попросить, и они вам сделают то, и то, и то. Что значит попросить? А нужно стоять, мы должны знать. Откуда мы знаем, нет, что можно попросить? Я просто не знаю. То мы ходим, выпрашиваем еду, получается. Мы стоим такие, говорим, может, у вас яйца есть? Да, конечно, омлет вот там вот. Офигели, короче. Ну, вы смотрите, ну вот же ж красиво. Почему только нужно выпрашивать завтрак? Вот у меня... О, мальчик дал рогаткой в обезьяну, чтобы они здесь... Да, резвятся там. Ну, масята, это такие масята, что клыки у них, боже, я такой вчера как увидела, это страшно. Да, тот, что сидел возле нашего номера, такие. Марба сироп here. Марба. Не, не буду сиропа. Ну, ну, thank you. Ну, не. Черномкленовый сироп. А чего? Люди любят. А с чем? Не, ну ладно. Панкейка, он же сказал, для панкейка. Говорю сразу, значит, есть вкусные бинсы. Там мы в Дубае все время ели, там вообще индийскую еду уважают, во всех отелях бинсы есть. Умеют готовить. Да. Вот она вкусная такая, очень такая фасолька, теплая, классная. Грибы взяла, с Наташей поделюсь, потому что она уже нацелилась. Сосисочки и два блинчика панкейка. У тебя или сосисочки? У тебя только разница, да, картошка. Мы смеемся, а кофе это тоже ведь
принесут да. вчера супчик. Я говорю, да, надеюсь, что кофе нам принесут чуть больше, чем мне вчера странно, супа. Что кофе не стоял, как А вон уже мартыхи там уже все. И, может, у нас тут сидит вчерашний друг? Во всю эту уже оккупируют территорию. Ну, понятно, охранник отгоняет, чтобы они не летели сюда, не хватали еду у туристов, не забирали телефоны, не отжимали. Наталка все хочет битрутика пробовать. Буречка, свекольный сок. Ночью. Нам просто дорога 7 часов сегодня в Найроби. Я боюсь, что ты ее подзадержишь, дорогу эту. Чего я вот эти хлебчика пожарили сейчас вообще. Ну, скажу так, сосиска вкусная, омлет классный. А чё, грибики. Ну, все хорошо. Только я не понял, о чем вы должны еду выпрашивать, действительно. Вот ваша еда. А когда я стала жаловаться, сейчас расскажу. Не, ну не жаловаться, ко мне официант подходит, ну что, все классно, там вот я фрукты принес, говорю, ну как вам сказать, был у вас ужин такой, что убить можно, а завтрак вообще никакого. Ну, в нашей стране мы на завтрак едим много, чтобы наесться, чтобы силы были. Он такой, так я вам сейчас расскажу, что у нас есть. Бекон, сосиска, вот это, что вам нести? Говорю, а где это все? Нет, я вам расскажу, и я вам принесу. А что сразу не сказал? Я вам сейчас сказал бы, пошел бы готовить бекон и сосиску, а мы взяли бы. Слушай, есть же люди, которые а мы хлопья, боятся, а мы хлопья бы и не брали бы. Да, так я тоже не думала, что можно спросить. Наташа вообще хлопья не ест. Вы видели, как Наташа не ест, да? Да, ну правда она все уже приела. Ну а что делать? Голод не тетка. Вот, ну странно просто. То есть все есть в этом отеле, этого достаточно. Опять-таки, выпрашивать еду на завтрак в таком дорогом отеле. Да, странно. Ну, это очень странно. Но отель шикарный. Завтрак все-таки оказался вкусный. Ужин, обед, вообще огонь, сафари. Мне класс. Что-то это связано с тем, что мало людей. Мало людей, да, не сезон сейчас. В общем, зима не сезон. Сезон июнь, июль, август. Это вот я сезон. Не могла подумать, прикинь, что это. Мы тоже думали, что летом как бы никто не едет. Ага. Наоборот. Едут еще и как. Кофейка принесли. Ну, нормально, ну нормально, так хорошо. Thank you. Welcome. Да. I enjoy. Наталка, ну попробуй какой кофе просто. За что? У меня зараз во рту картошка. О, не попробуешь. Ну в конце попробую уже кофе. Растворим. Наверное, да. Ну давай рассказывай. Наталка все-таки взяла. Не зря я свекольный сок. Так это не свекольный. Это не буряковый сок просто. Ну, битрут написано, с чем там? Надо дочитывать. С арбузиком. С арбузиком. Он такой вкусный. То есть арбузик мочегонный, свекла это вот... Свекла тоже гонит. Пронос. Всяких чертей, да. Слушай, это так вкусно. Да, серьезно? Да ты что? Скажу цвет этого сачка. Угу. Ну, друзья мои, если вы дома в безопасности, в 3 дня никуда не будете выезжать, да. Вы, наверное, можете как бы попробовать такое сделать. Арбуз вместе с этим, с буряковым соком. Не, ну я рада, что тебе вкусно, но теперь я беспокоюсь за нашу поездку. Ну вы же с нами, да? Все будет хорошо. Ну хорошо, будем все снимать. Кто-то знающий. Я еще взяла себе вот это вот, что тут, джем. С блинчиками. Да. Ну супер, все будет хорошо. Тоже так вкусно. А цвет какой? Это просто здоровье. Тукан к нам пришел на завтрак. Туканчик. Потешные птички, очень классные, прикольные. Давай, поговори с нами. Много еды он брал в самбуру. Наверное, сейчас наметился на наши блинчики, панкейки. Да, уже сидит, смотрит. Клюв вообще. Угу. Они так резвятся, играют, такие звуки издают. Прикольные. Нет, тукашка, мы здесь ничего. О, это демоническая птица подо мной прямо бегает. Угу. И тукан ждал, уже улетел. Ждал, когда же мы отвлечемся. А нет. Такой, ладно. Нет. О, ну что. Теперь завтрак прекрасный. Мы наелись. Подходим к фруктишкам. Здесь есть половиночка маракуйи. Мам, уже сняли шортс. Вы сказали, конечно, классно, Оля, но где же мы такое возьмем? Угу. Ну если просто передать вам вкус, цвет, запах, ну не знаю. Слушай, ну если возьмете, то берите в желтые шкурки. Желтые лучше, да. Они какие-то совсем другие, сладкие. Что, кислые? Нормально. Что эти попадаются кислые? Мы в самбуру такую кислую взяли. Я ее, конечно, съела ради витаминов, но была кислятина. А, кстати, местным гостям принесли желтые. Да. Ой, да. Я вся уже прокапала, смотрите. В смысле? А как-то так отрезали странно. Там видно была дырочка. Ага. Я думаю, половину у меня в этом. Половину пальца у меня в маракуйе. Сейчас вытрем все. И попробуем с вами арбузик и... Так, уже на джинсах накапала. Ой, блин. Стив идет на завтрак.
Вот как можно так порезать? У тебя тоже так порезано, посмотри. Да. Це, чтобы не... А, наверное, вы должны там кушать, в этой штуке. Да что за глупость? Я первый раз такое вижу. Да. А может, это типа она красиво, чтобы лежала? Хотя какая разница? Да. Так, ну, тут вариантов мы... много. Да. Да. Вариантов здесь много. Боже, это Кения, будьте готовы ко всему. Ананасик. Я уже какой-то паучок у меня в тарелке не лежит. Хай кушает. Хай, Стив. Хай, morning. Good morning. How are you? Thank you, good. Энергии пришел. Так, папайка. Папайка вообще классный фрукт. Особенно в Кении. Что в других странах, как Наташа говорит, он и пахнет чем-то не тем. Он бывает и тут пахнет. Yeah. А, кстати, его едят, это я таки почитала, правильно я была права, лимончик, ой, лаймом поливают. Арбузы. И еще с пармезаном сверху. Я попробовала с пармезаном, очень вкусно, но это очень сытно. Я принесла уже одну кофе, надеюсь, он остыл. Удивительно, там ничего не нападало еще. Ну, такие нереально, ты поставишь, вы же показываешь, сколько мошек, сколько всего, просто там уже сразу я нападает. Уже не парюсь, я вынимаю и дальше пью. Ну, ну, что делать, что делать? Что делать? Асанте? Не, растворимый. Ну, конечно, растворимый. Ну, кстати, я же говорю, шикарная, как это, шикарная подача растворимого кофе. Ну, реально, да, он вкусный. Мы даже себе большую банку взяли. Наверное, покажем, почем Кения будет. Там просто наши сувениры показывать. И, знаете... А ты знаешь, люди есть люди, которые исключительно пьют растворимый кофе. Ну. Им не подходит вот натуральный, я не знаю, ну, у каждого свои причины, поэтому, боже, я хочу подольше поснимать, такой красивый вид, такая зелень, это чё, не мешаю, нет? Кому? А вон парень, у него задача отбивать нас от обезьян, вот такая должность у человека, кстати, надо уметь. Ромашка уже заканчивает. Вот такой прекрасный завтрак, еще блинчики будут, попьем кофейку. Соберемся и поедем в Найроби. Но у нас еще должна быть одна интересная точка по пути, которую мы вам не показали. Ну уж посмотрим. Да, надеюсь, все получится. Посмотрим видео. Ну, в Найроби у нас 2 дня, и потом мы снова уезжаем кое-куда. Ну, уже с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.